Для того, чтобы у нас сосна имела более плотную шаровидную форму и равномерно разрасталась, надо делать прищипку свечей. Здесь мы видим с вами, что у нас одна часть очень сильно и активно разрастается, это с этой стороны. С этой стороны более медленно развивается, но в любом случае развивается. Есть вот такие пустоты, соответственно, которые видно, что прям как вырез. То есть вот эти свечи мы с вами убирать не будем, потому что они здесь потом в будущем зарастут. И у нас здесь будет тоже довольно неплохая форма. Поэтому мы начнем с вами прищипку свечей с более высокой точки роста и желательно от центра. Мы видим, что вот эти побеги идут довольно быстро и начинают хорошо развиваться. Поэтому мы с вами их укорачиваем, оставляя 2-3 сантиметра. Таким вот образом она легко отламывается, и равномерно все остальные таким же образом с вами подламываем. Одной рукой неудобно, вот так. Оп. И с вами вот так, таким образом укоротим вот эти сантиметры, для того, чтобы у нас растение чувствовало себя хорошо и нормально. Дальше мы пройдем с вами по вот этим внутренним, в середине побегов, и тоже укоротим на нужную нам высоту, как и здесь, для того, чтобы все было красиво. Неудобно чуть-чуть, ребятки, так что будем двумя руками. Опять же, если попадаются вот здесь сильные побеги, мы их тоже чуть-чуть укорачиваем. Почему? Потому что они станут быстрее разовьются и станут они уже выше. Поэтому мы аккуратно это все с вами делаем. Можно, конечно, ножницами, туда мы можем повредить иголочки, и тогда будет прям видно, что мы делали такие сильные срезы. Поэтому аккуратненько, можно это все сделать аккуратно руками. Отламывается она прекрасно, без всяких проблем. Опять же, видите, здесь, кажется, все пристригли, а здесь у нас прям сильные побеги пошли. Мы их тоже должны укоротить обязательно, чтобы все было хорошо. После того, как мы вот здесь застригли, мы проходим с вами и убрали верхние свечи. Здесь у них они, в принципе, все одинаково примерно роста, видите. А мы начинаем боковые проверять. Вот такие сильные побеги мы с вами укорачиваем, потому что они, опять же, будут тянуть силу от нашего растения и быстрее начнут развиваться. И выйдут из-под контроля. Поэтому мы аккуратненько с вами их прищипываем. Здесь же также это сделаем. Более слабые вот рядом, видите, мы не трогаем, потому что они и так медленные, поэтому равномерно мы делаем прищипку с вами их. Вот видите, ничего сложного в этом нету, только не убирайте под самый конец. Почему? Потому что вы тогда уже не пойдет сосна расти. Мы просто равномерно убираем с вами побеги таким вот образом, аккуратно, не спеша. Оп. Образом. И так с вами пройдем по кругу. Здесь вот это прям сильная, она сильно пойдет, поэтому аккуратно уберем. Здесь мы тоже уберем с вами. Почему? Потому что они довольно крепкие и видно, что хорошо пошли, поэтому буквально сантиметр с вами уберем, чтобы они примерно были на одном уровне все. Таким вот образом мы убрали все везде равномерно. И теперь у нас, когда они подрастут, эта шапка станет более плотной и энергичной. Здесь внутренние побеги мы не убирали с вами. Поэтому